Привет! В этом видео мы расскажем об рюкзаке Able Carry Max в ткани Ripstop. Если вы смотрите нас впервые, обязательно подписывайтесь и не пропускайте интересный и полезный контент. На канале уже выходил обзор Able Carry Max в ткани X-Pack. Это был мой основной рюкзак, с которым я много путешествовал, использовал его в городе. Но со временем стало понятно, что он большеват и тяжеловат. Основным набором для поездок стал компактный чемодан и компактный рюкзак, с которым удобнее передвигаться в городе, если нужно место для покупок или объемных вещей. Новинка из кордура Ripstop стала легче. Рюкзак весит 1600 граммов против 1800 в ткани X-Pack. И это ощущается, как только вы примеряете эти рюкзак. Новинка ближе к Able Carry Daily Plus, который весит 1200 граммов. И его я использую уже более года и считаю очень продуманной моделью для города. С приходом новой ткани Max стал мягче и подвижнее. X-Pack — это достаточно плотная ткань, которая очень хорошо держит форму. Рюкзак остается таким, какой он есть, несмотря на отсутствие вещей внутри. Ripstop мягче, соответственно, пустой рюкзак можно сжать, и в городе с ним будет комфортнее. Единственное, не хватает каких-нибудь стягивающих ремней, особенно в городе, убрать вот этот вот лишний воздух, и тогда будет вообще супер. Они бы пригодились и в путешествиях, если вы не используете компрессионные кубы и просто хотите сжать и выгнать лишний воздух. С помощью этих ремешков это было бы возможно. Ripstop также водоотталкивающий материал, с этим никаких проблем нет, но X-Pack, особенно в зеленом цвете, имеет более плотный наружный слой – 420 денье. У Ripstop этот показатель равняется 210 денье. При обычном использовании, если вы не проводите в тропиках с проливными дождями недели, разницу заметить будет сложно. В остальном никаких изменений в рюкзаке нет. Это классная модель для поездок на 3-5 дней, классная городская модель, если у вас много вещей, и классная модель для активного отдыха. У рюкзака есть две удобные ручки для транспортировки, очень удобная спинка и лямки с воздухоканалом, очень хорошая здесь пена, есть точки для крепления дополнительных аксессуаров, есть нагрудный ремешок, есть стропа для крепления на ручке чемодана. И также здесь есть, как и в других рюкзаках бренда, что мне очень нравится, система поддержки A-Frame. Ремешок проходит по периметру рюкзака и обеспечивает его плотное прилегание к спине, а также повторяет ее движение при ходьбе и беге, за счет чего абсолютно не ощущается вес рюкзака. Он следует за вами и не создает неудобств. По-прежнему много карманов снаружи и внутри. Отдельно карман для 16-дюймового ноутбука, который не доходит до дна, и защитит девайс в случае падения рюкзака. А также широко раскрываемое основное отделение, в котором много места для ваших вещей. Подробнее про все фишки говорили в полноценном обзоре, ссылку на который вы найдете в описании. Здесь же мы говорим про новую ткань. Able Carry Max в ткани Ripstop появится в нашем магазине, но чуть позже. Обязательно сообщим об этом в нашей почтовой рассылке, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить поставку. В комментарии можете написать, что думаете про такое обновление. До скорых встреч!